Я считаю, что это изготовление всевозможных ваз. Посуда, украшения, глиняные вазы, кувшины. Мы помним китайские полотенца, были в 50-е годы, махровые, вот эти все. Китайские ремесленники работают не в частных мастерских, а на государственных предприятиях. Так правительство страны пытается сохранить традиционные ремесла. Особенно ценится резьба по камню. Это одно из древнейших прикладных искусств Китая. Еще в 5 веке до нашей эры ремесленники изготавливали из нефрита посуду и оружие. Во всем мире популярен китайский фарфор. Его изобрели в 7 веке. Рецепт держался в строжайшем секрете. В город, в котором находилось основное производство, могли попасть лишь те, кто знал пароль. Сегодня фарфор в Китае делают по старинным технологиям. 13 тысяч мастеров каждый год изготавливают 150 миллионов фарфоровых изделий. Не менее востребованы резчики по дереву, предки которых искусно украшали пагоды и дворцы. Так Джен Чунхуи создал деревянную скульптуру, вошедшую в Книгу рекордов Гиннесса. 12-метровая работа иллюстрирует эпоху правления династии Сун.